Так, вот так этот контейнер выглядит снаружи. Вот эта труба, фактически она, обычно она выполняется либо в деревянном исполнении, либо в асбестовом, да? Да. Ну, значит, не знаю, насчет дерева, они говорили, что у них асбестовые. Ага. Ну, то есть там она на выходе, говорит, не выше, температура газов не выше 80 градусов. То есть она, в принципе, пожаробезопасная, да? Да, она пожаробезопасная. Ну, я не знаю, как насчет 80 градусов, но рукой держишь и даже не обжигаешься. Mm-hmm. Да, в печке, в топке 1500 градусов. Mm-hmm. Специально проверял, потому что интересно было, как они ее расхваливали, эту печку. Когда мы ее затопили, я просто подошел, уже она горела. И тепло не ощущаешь практически. Mm-hmm. Ну, а когда она работает, вот практически видно, что нет никаких... Это вот единственное, когда То есть никакого дыма, никакой копоти не выбросит? В случаях, когда вот ты только свежий уголь закинул, она горит, свежий уголь закинул, ну, это все равно она по-любому, что это будет. Но это буквально 2 минуты. Ага. Когда уголь начинает это, она сразу вообще не видно, что там что-то дым или что-то. И когда немножко шурудишь, все. Вот это в двух случаях, когда идет дым. Ага. И то он не такой черный, как вот это, а ну как, видно, белый бесцветный. Да, белый такой, светлый. Ага. Поэтому... Ну, там получается за счет высокой температуры сгорания, да? Да, но какая-то там у них свое это, они мне объясняли, я так и не понял, что у них там горячий воды процент 98 коэффициент полезного действия. 98%, поэтому практически печка она безотходная. Ну вот вся зола с 6 тонн, килограмм 50 может наберется. Это золы? Золы. С 6 тонн, да? Да. То есть такой проблемы, куда эту золу девать, не будет здесь. Угу. Рассыпал ее за зиму, она пыль, а не залает. Да, да, да. Ну, если 1500 квадратов, температура, конечно, она практически полностью выгорает, да? Так, это вот как раз мы видим теплицы, которые отапливались. Здесь сколько? 3000 квадратов, да? Да, ну какая одна теплица 1000 квадратов. Да, их три, да? Получается, 3. Вы всю зиму одной вот этой печкой 750 киловатт топили. Топили одну теплицу. Теплицу, да? Да. При этом у вас суточный расход где-то был в районе 500 килограмм? Он не больше, не меньше. 500 килограмм. Вот мы засекали время специально, но мы как-то топили всю ночь. 3 лопаты в час. Uh-huh. Uh-huh. Вот 3 лопаты закинул, ушел, спокойно посидел, через час пришел, еще 3 лопаты закинул. И вот она поддерживает одну и ту же температуру, какую тебе надо. Если надо тебе больше, раскочегарь ее больше, и оно то же самое будет, так же 3 лопаты в час практически одна это, только сразу надо ее сильнее раскочегарить, чтобы кирпичи быстрее нагрелись. Угу. И все. Ясно. Ну а вы же как бы работали на других аналогичных, ну не аналогичных, но... Нет, на других, да, в консерве. Которые, в принципе, по мощности такие же, но расход, вы говорите... В 4 раза больше. 4 раза больше. Да. Ну да. 750 киловатт это хорошая мощность. Ну, при том, что она такая маленькая, 2 на 3 метра, это, да, это уникально, да? Да. Ну, то есть, если как бы вы не увидели сами... Я не поверил, потому что когда еще я сюда только пришел, мне объяснили, что за печка, как. Ее параметры сказали, ну, как-то так. Угу. Относился, что, ну, как обычно у нас, что продать любят приукрасить. Да. А когда поработала, действительно хорошая печка. Ну, понятно. Ну, Николай, спасибо большое. Не за что.